Привет всем! Сегодня мы слепим маленьких дерзких монстров. С помощью FimoSoft можно самим быстро слепить этих устрашающе забавных чудовищ. Они послужат подставками для ручек, обычными магнитами или забавной декорацией. А чтобы монстры уже совсем скоро смогли безобразничать у вас дома, следующие материалы особенно важны. Ваших любимых цветов, инструменты для моделирования и шаблоны с мотивами. Начнем! Сначала отрежьте одну треть блока и другую, большую часть скатайте в шар. Из оставшегося куска FimoSoft слепите еще 4 шара. 2 шара диаметром примерно 2 сантиметра, а 2 других диаметром в сантиметр. Маленькие шары скатайте в сосиски и следите за тем, чтобы передний конец стал острым. Позже из него получатся руки и рога монстра. Для туловища сначала из большего шара скатайте руками овальную пластину толщиной 2 см. Потом на помощь возьмите акриловый роллер, слегка заострите овальную массу впереди и крепко прижмите нижнюю часть к доске стола. Ноги нужно слепить с помощью инструментов для моделирования. Для этого надрежьте пластину глубиной примерно 2 сантиметра. Между ногами должен остаться такой промежуток, чтобы там поместился мизинец. Теперь возьмите короткие острые сосиски, из них слепите руки прилепите к туловищу. Сгладьте переходы таким образом, чтобы туловище слилось с руками. Теперь можно прилепить и рога к голове монстра. В соответствии с вашим желанием еще немного согните их. Конечно, теперь нашему маленькому другу нужны глаза. Для этого мы возьмем FimoEffect цвета Night Glow. Отрежьте маленький кусок от блока и слепите из него 2 шарика. Из остатка скатайте сосиски для зубов. Прилепите глаза, осторожно прижав их к голове монстра. Для зрачков и рта отрежьте маленький кусок FimoSoft черного цвета. И снова слепите из него 2 шарика и 1 сосиску. Для носа из кусочка FimoSoft индийского красного цвета слепите шар. Теперь маленький монстр получит свое лицо, зрачки, нос, рот. И прилепите зубы. Осторожно прижмите. Из FimoSoft пурпурного цвета и шаблона с мотивом Christmas слепите звезду и прикрепите ее к монстру. Перед этим смочите шаблон с мотивом, чтобы глина лучше отделялась. А если монстр должен служить магнитом, нужно вдавить магнит сзади в монстра перед обжигом. А теперь поставьте его в разогретую духовку на 30 минут при 110 градусах. Кто хочет, может украсить своего маленького монстра после обжига и охлаждения люмоколором. После того можно его покрыть блеск-лаком. В дополнительном материале вы найдете, кроме полного списка покупок, подробную пошаговую инструкцию, которую вы сможете прочитать и отпечатать. Кстати, на сайте www.stettler.com вы найдете еще больше интересных идей с Fimo.